вчера, что мы так поговорили, и у нас что-то загорелось обвести, заборчик поставить. Хоть и с горбыля. Горбыль у нас тоже продается. Его просто так не отдают. За него денежку просят платить. Хотя горбыль — это вообще мусор. У нас продают даже и мусор. Вот что творят. Хотя бы горбылем обгородиться. А то тут нам уже, видите, строительные материалы на участок кладут. Завозят спокойненько. Вообще не дело, конечно. Хочется отгородиться. У меня самые лучшие подписчики. Спасибо, что смотрите нас. Пойду трамбовать. Хочу показать, какие у нас углы получаются. Получились. Видите, какой здесь, какая выпуклость получилась. Прям вот в угол вот так. Выпуклый. Ну, потому что здесь такая опалубка у нас. Даже не знаю, чем это. А, сбивается. А здесь наоборот. Вмятина получилась. Здесь выпуклость. А здесь вмятина. В этом углу. Вот так вот получилось. Денис здесь выковыривал прям, чтобы переставить опалубку. Так получилось, в общем. Здесь у нас вмятинка. Здесь вмятинка. Вообще так неровно получилось. Ну, для гаража пойдет. Вот так звучит арболит или опилка бетон. Как хотите, так и называйте. Здесь была мелкая стружка, а здесь крупная стружка. Это не опилки, это стружка с примесью, с в перемешку с щепой. И здесь в перемешку с щепой. Вот такая вот стена получилась. Все это нужно откапывать, убирать и сушить. Вот еще. Надо будет счищать. Ладно, я трамбовать пошла. Мы уже отлили. Денис переставляет опалубку. Там в прошлый раз тут отливали. Здесь уже все застыло. Теперь поднимаем. Здесь он уже переставил. Смотрите, здесь у нас была перемычка. Или что это? Ты здесь положил, получается, арматуру? Ты что, не видишь? Чурка. Иди, неси. Вот такие. Что ты там нанес? Денис, это армирование ты здесь положил? Вот это? Да. А вот, видите, он положил сюда армирование. Под ним получилась дырка. Я специально так сделал, чтобы воздух ходил, чтобы сохло. Ну! Специально? Да. Чтобы там дырка была. В общем, вот такая дырка получилась. Мы ее замажем и будет еще теплее, потому что там будет воздух. Чем больше в материале воздуха, тем теплее дом получается. Когда, помнишь, я тебе только начала рассказывать про вот этот арболит, ты говорил, там же будут эти воздух, капельки воздуха. Я говорю, ну будет тепло. Полость будет. Да. Я говорю, будет теплее наоборот. Помнишь, я тебя как убеждала? Кстати, по поводу сахаров. Мне написали, не буду говорить кто,
что якобы цемент улучшает сахара. Я чуть не выпала. Как вообще? Это кто такое написал? Цемент, сахара разрушают цемент, наоборот. Поэтому мы очень долго искали и по сайтам лазили хлористый кальций, чтобы из опила вывести сахара, чтобы как можно прочнее был цемент, чтобы схватка была хорошая, потому что сахара разрушают цемент. Вот так. Чё, сыночка, пить захотел? Держи свои эмоции при себе. Вода ледяная, по чуть-чуть пей.